В Саратовской области стартовал отопительный сезон. Объекты социальной сферы начали подключать еще с 1 октября. По сообщениям энергетиков, на сегодняшний день подключены лишь 8 жилых домов. На сайте «Взгляд.Инфо» стартовала традиционная акция «Не дай себе замерзнуть», где саратовцы могут пожаловаться на отсутствие отопления. За один только день акции пожаловаться на холод в домах успели около 200 саратовцев. Между тем, по сообщениям чиновников, не стоит ждать, что весь город подключит к теплу в один день. На вхождение в отопительный сезон требуется от 1 до 2 недель. Правда, саратовцев эта новость вряд ли согреет. Так нельзя, конечно. Ну, сентябрь кончается, и сразу надо затапливать. Ничего, вот нас еще чего, нас вот эту целую неделю манежит.